Хорошая организация, хороший старт. Все близко, все друг друга знают, все поздравляют. Отличный адреналин и действительно хорошее соревнование. Так что я раньше этого не сделала. Мы обычно на Iron Star, как в огне, сражаемся сами с собой. Это точно, это жарко. Это потом потерпеть. Для нас старт это получается как такая тренировка. Погода великолепная, вода великолепная. Погода великолепная. Минуту приступаем к предстоящему брифингу. Помните, на финише вас фотографируют. Пройдите дистанцию так, чтобы эти фото были максимально радостными. 3, 2, 1. Мы завидуем всем, кто завидует сейчас. И нам завидуют, да?